О, люди, одумайтесь, пока не поздно. Какой возраст у тебя сейчас? 20? 30? 40? 70? Сколько тебе осталось прожить? День? 2 дня? Неделю? 30 лет? Да пусть хоть еще 100 лет. Или ты думаешь, что ты бессмертный? Ты серьезно думаешь, ты будешь жить долго и счастливо? А что в итоге? Что у тебя в прошлом? Ты готов к смерти в настоящем? Какое у тебя будущее? Нет. Ты боишься смерти. Ты в панике, когда опасность. Ты молишься, как-то боишься. Но как только опасность тебя миновала, ты думать даже не хочешь о смерти. Время скоротечно. Не заметишь, как жизнь пролетит. У тебя один лишь шанс. Другого шанса не будет. Впереди вечность. 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 Какая эта вечность будет, зависит от этой жизни. От того, как ты проживешь эту жизнь, деньги, власть, имущество. Что тебе еще нужно? Ты хочешь показать себя превосходным, что ты лучше другого? Нет, ты ничтожен, ты глуп, если ты пренебрегаешь жизнью после смерти. Никто, ничто тебе не поможет, кроме веры в Аллаха и следования Его указаниям. К чему ты стремишься? Даже в последние минуты жизни человек думает непонятно о чем. Это твой единственный шанс, который ты не используешь. Задумайся. Зачем ты здесь? Какой смысл твоей жизни? Твой смысл жизни – удовольствие Аллаха, все остальное тщетно. Перед рождением ты заключил завет с Аллахом. Когда ты увидишь ангела смерти, ты все мгновенно поймешь, ты начнешь жалеть обо всем, что не воспользовался, не распорядился жизнью правильно. Будешь очень желать хоть на минуту вернуться обратно, чтобы припасть на колени перед Господом твоим, но уже поздно. Поздно, поздно будет. Ты использовал свой шанс. Ты не представляешь, насколько тяжкие мучения и насколько блаженна награда от Господа миров для тебя приготовлена. А выбор твой. По какому пути идти и что ты хочешь получить? Там смерти нет. Ты понимаешь, что такое бесконечность? Представь самую страшную, ужасную боль, какая может быть в этом мире. А теперь увеличь ее минимум в 70 раз, и так будет без остановки. Самое легкое наказание, когда стопы будут гореть, а от этого будет закипать твой мозг, и ты не умрешь. Ты будешь желать смерти, но ты не умрешь. Ты же будешь в своем теле, даже отпечатки пальцев такие же будут. Твое тело также будет испытывать боль, только ужаснее. Ты не можешь это представить, фантазии не хватит, мозгов не хватит представить всей серьезности, поэтому ты спокоен. Это жизнь игра, но не для потехи создан ты. Ты будешь в ответе за все, за каждое слово, за каждое действие или бездействие свое. Бойся гнева Аллаха. Делай хоть что-нибудь для довольства Всевышнего. По Его великой милости, любви к тебе, возможно, Он простит тебя. Прошу тебя, задумайся, пока не поздно. Это тебе же нужно. Кайся, проси прощения, используй правильно свою жизнь. Помни, что здесь ты временно. Ты умрешь, ты смертный, все смертны, кроме Аллаха. Это может случиться в любое время. Каждую ночь Аллах забирает твою душу, ты можешь просто не проснуться. О Аллах, Господь миров, милостивый,
и милосердный. Прости нас за наши грехи. Открой наши глаза. Веди нас прямым путем, путем истины. Сделай нас из числа праведных мусульман. Защити нас от огня. В день воздаяния сделай нас из числа преуспевших, из числа получивших книгу деяний в правую руку. В день великого суда скрой наши грехи. О Аллах, прости нас. Будь доволен нами и не гневайся на нас. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.